Туристам, чьи путевки отменили из-за пандемии коронавируса, вернут деньги из фонда персональной ответственности туроператоров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. По данным Баштурсоюза, с начала года туроператоры Башкортостана продали около 20% путевок от годового объема. Сумма продаж исчисляется миллиардами рублей. На возмещение убытков, связанных с аннулированием путевок из-за коронавируса, правительство страны выделило туроператорам 3,5 миллиарда рублей. Еще 1,6 миллиарда собрано в фонде персональной ответственности. Однако, как считают эксперты отрасли, на всех компенсаций не хватит. На отмененные туры требуется как минимум 37 миллиардов рублей. Надо четко понимать, что ФПО по законодательству должен формироваться в течение минимум 7 лет. Формируется он сейчас в течение 3 лет. Всего-навсего. Поэтому суммы, которые там, на сегодняшний день сформированы, безусловно, не отражают весь объем того реализованного продукта, который по итогу должен быть. Сегодня существуют и другие варианты подхода к этой теме. Переносы туров, это депонирование средств. Чтобы получить компенсацию, турфирмы должны подать заявку в объединение туроператоров в сфере выездного туризма до 15 апреля.